Необходимо уделять больше внимания гражданам с ограниченными возможностями. Для них Казахстан должен стать безбарьерной зоной. В своем послании глава государства отметил, что забота о людях с ограниченными возможностями – это долг общества. В целях выполнения задач, поставленных в важном документе, по инициативе общественного объединения «Мугедектер Алиме», в Атырау открыто социальное предприятие «Ушкара». В церемонии открытия приняли участие представители городского акимата, дети с ограниченными возможностями и их родители. В учреждении учтены требования и пожелания людей с ограниченными возможностями. Те, кто прошел обучение в этой мастерской, получат возможность открыть свое дело в будущем. Как сказал глава государства, необходимо создать условия для людей с ограниченными возможностями. Мы должны поддерживать их и в сфере бизнеса. Чтобы выполнить свою миссию как неправительственная организация, мы открываем такое предприятие. Выражаем благодарность Кульбаршын Балкашкызы, открывшую это социальное предприятие «Ушкара». Они работают над трудоустройством других учащихся посредством этого предприятия. Мы надеемся, что и в дальнейшем подобные проекты будут продолжать свою работу.